В округе представили нового начальника межмуниципального управления МВД России Мысищинская. Им стал Ринат Касимович Халилов. В уголовном розыске он работает с 1996 года, сразу после окончания Омского юридического института МВД России. Сначала в Мордовии, а с 2004 года в Королеве. С 2013 года руководил отделом собственной безопасности УВД по Центральному административному округу Главного управления МВД России. А в 2014 году был назначен начальником межмуниципального управления Пушкинское. Хочу поблагодарить за такое высокое доверие руководства. Со своей стороны обязуюсь организовать все на высшем уровне, на должном, по обеспечению жителей безопасностью. Нового начальника характеризуют как опытного руководителя, который продолжит начинание команды Мытищинской полиции. Я считаю, что присутствующий здесь коллектив очень сильный коллектив. Вот, и задачи, которые перед ним стояли, ставятся, они всегда непростые. Мытищи – непростой регион. Это и близость с Москвой, это и достаточно сложное население. Я как глава и 10 лет работы могу сказать, что очень сложное население. И, несмотря на это, всегда коллектив Мытищинской полиции пока давал хорошие показатели. Вот, по всем направлениям, и я уверен, что с приходом нового руководителя эти традиции сохранятся. Ранее управлением полиции в Мытищах руководил Василий Субботин, назначенный на эту должность в июле 2011 года.